Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Сегодня мы едем в магазин, называется Marshalls. Это магазин, там все всячина, одежда, обувь, косметика, мебель. Ну, в общем, всего понемножку. Это как бы типа как уцененный магазин. Там много хороших разных брендов. И можно по хорошей цене найти. Ну, сейчас я вам все покажу. В городе их в разных местах очень много, они очень популярны, ну, из-за того, что у них можно хорошие вещи найти по достаточно такой доступной цене, ну, по крайней мере, было до ковида. Непосредственно вот этот магазин, он очень большой такой, сейчас я вам покажу. Ну вот сейчас я детскую обувь посмотрю для моего помощника. Ну сейчас посмотрим, что здесь есть и какие цены. Как мы видим, магазин супер огромный. Поэтому я люблю сюда приезжать и полазить тут. Ну, это получается размер 6-7, мужской. Это, наверное, самый маленький мужской, который здесь только есть. Не знаю, честно говоря, европейский какой-то. Ну, странно, вроде уже весна, у них тут утепленные, смотрите, есть. Ну, вот я вам цены показываю здесь, и обувь, и бренды разные. Еще плюс к этому, если покупать, добавляется 13% налогов сверху. Ну, в общем, ничего такого интересного не оказалось. Цена тоже такая не очень интересная, но в плане невысокая. Ну вот, по правой стороне у нас там сумки, по левой у нас косметика. Сейчас зайдем чуть-чуть сюда, чуть-чуть туда. Мой помощник очень хотел показать эту сумку. Ну, в общем, мы смотрим кепки, шапки здесь для моего помощника на лето. Его уже вся протерлась бейсболка, поэтому сейчас смотрим другую. Ну, вот это такой большой отдел, все для дома, здесь мелкая
посуда. Здесь есть разные дорожки, постельное белье, даже стулья там, ну, все такое по мелочам. Тут можно найти очень интересные вещи для декора дома. Вот у них есть отдельная вот секция, где у них по акции еще производят эти все красные наклейки. Есть это дополнительная скидка на товар. Ну, в общем, здесь вот 6 кухонных полотенец, $16 по акции, ну, плюс налоги 13%. Ну, здесь разная посуда интересная. Вот такая, смотрите, красивая очень штучка, $12 стоит, по краям как будто плетеная. Ну, такая леечка мощная, железная. Но она не по акции, 12,99, просто, наверное, кто-то сюда ее оставил здесь. Не знаю зачем, но просто бутылка продается, даже без крышки. Ну, тут у них целая куча разных вкусняшек. Ну, вот Линд конфетки у них типа стоили 6,5, а сейчас по акции 5. Но в других магазинах тоже по 5 лежат. Поэтому, честно говоря, сказать, что это такая акция, не могу. Ну, тут у них розовая соль тоже есть по акции. Сейчас, по-моему, $6 стоит. Вот мне помощник новую кепку принес. Тоже цена $10. Этот бренд Under Armour. До этого был Nike. Ну, кто кому хорошо не слышал, вон там русскоговорящие тоже есть. Ну, не могла пройти мимо. Итальянские сумки. Сейчас покажу вам цену и что за бренд. Ну вот, ну, хочу сказать, судя по цене, это сумки не кожаные, но только из-за того, что это с Италии, они как бы стоят в районе средней $70. Честно говоря, $70 за некожаную сумку отдавать только потому, что это с Италии, я бы, честно говоря, не отдавала бы. Оригинальная цена $348. Ну, по цене этих сумок они явно кожаные. Ну, естественно, это дизайнерский бренд. Черная это было 399 и плюс написано так цена была. Увидя тут досточки такие красивые из дерева сделаны. Посмотрите, какая красота. Вот это вот маленькая стоила 9,99, но плюс налоги 13%. Ну, тут разные специи. Вот нашла паприку. $5 стоит. Это копченая паприка. Такое впечатление, что она такая большая редкость в Канаде. Вообще очень редко ее вижу в магазинах.
Эти я просто тут все продолжаю искать какую-нибудь вкусняшку. Может, думаю, найду с орешками. Вот увидела такую симпатичную табуреточку. Она была сделана в Индии. Ну, экспортирована сюда, как я понимаю. Сейчас посмотрю ее цену. Ну, верх сделан, конечно, с дерева натурального. Сразу чувствуется. Так, цена 24,99. Ну, плюс 13% налоги. Ну, как вы видите, тут даже целый сет стульев стоит. Тут картины разные для декора. Дорожки. Ну, вот сейчас мы идем в отдел, где постельное белье. Тут все, что связано с этим. Подушки там будут, одеяла разные. Ну, сейчас пойду чуть-чуть в одежду, наверное, женскую больше, то я что-то женское сегодня почти ничего не затрагивала. В этом магазине был отдел, где у них продавались вещи с подиума, то есть штучные вещи совершенно. Но сейчас что-то я смотрю, не могу найти. После ковида много чего изменилось, поменялось, но цены, конечно, выросли. Показываю вам в общем, чтобы вы видели цены. Такая вот кофточка $35 плюс налоги. У них есть платье. Ну, вот, к примеру, вот такое платье стоит 59,99, и оригинальная цена якобы была $100. Вот, значит, тут вот такая рубашка. По ощущению, она явно хлопок. Если все остальное это был полиэстер там или что-то такое, это она очень приятная. Вот, ну чуть я цены не нашла. А вот $140-150, ну конечно здесь хлопок дорогой на самом деле. Но оригинальная цена этой рубашки в $250, мне кажется, потому что может быть ручной работы вышивка там, поэтому. Ну вот, вот смотрите, такая красивая летняя накидка, стоит 29,99 плюс налоги. Ну вот такой вот оверсайз свитер, красивый очень лиловый цвет, стоит, ну тоже 29,99, ну плюс налоги 13%. Цвет, по-моему, хорошо все-таки не передается, не похож, по-моему, на виде такой более розоватый, но все равно, в общем, красивый цвет. Ну вот кофточка выйдет, на ней красная наклейка, тоже она еще побольше скидки. Стоила так 29,99 или 95, а так 16. Ну кто не заметил, на ценниках есть оригинальная цена, цена потом магазина, и бывают вот красные наклейки, где еще дальше цена снизилась. Вот эта кофточка, оригинальная цена была $48, потом они продавали за 30, там 22,99, и сейчас они снизили до 16. Ну все, мои друзья, это заканчивается тур нашего Маршал-магазина. Спасибо, что вы смотрите мое видео. Если вы не подписались, пожалуйста, подписывайтесь. Ну и до новых встреч!